Давайте нарезку. Алиса одну минуту говорит, что Кодзима гений. Что же нам сегодня гений Кодзимы преподнесет? Вперед, 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 гения Кодзиму-то познавать. Ну, Кодзима, ну гений. Ну, Кодзима, ну гений. Мы познаем гений Кодзимыча. Это Кодзима гений, конечно, гений. Кодзима гений. Ну, Кодзима, ну гений. Муа, спасибо, Кодзима гений, люблю, целую, вообще лучший, лучший, лучший. Господи, Кодзима гений, ну гений, ну Кодзимыч, ну голова. Ну не гений ли Кодзима? Конечно гений. Я сдаюсь, Кодзима, ты победил, потому что ты гений. Ну, Кодзима ж гений, как мы можем его оценивать? Он должен быть вне системы оценивания. Все-таки гений Кодзима, ладно, признаю.